Приветствую вас в мини-курсе по HTML-CSS. И в вводном уроке я бы хотел вам рассказать программу данного курса: да, что мы получим, для кого вообще данный мини-курс, какова его программа. Ну и так в целом немножко рассказать во второй части, что такое все-таки HTML, CSS и как бы для чего они вообще в целом нужны. Возможно, для кого-то данная даже информация тоже может быть полезна. Да. Итак, значит, курс направлен на новичков, которые, в принципе, так особо не знают вообще, да, что такое HTML, что такое CSS, как бы, да, для чего он нужен. То есть самые-самые основы, как назначать теги, как использовать, как потом в дальнейшем мы будем уже назначать стили. Все это, естественно, будет сопровождаться практическими примерами. Все будет поясняться на конкретных примерах. В конце уроков будут скажем так, домашние задания, да, не домашние задания, задания для самостоятельного выполнения просто нас будут ждать в данном курсе, да, чтобы не только слушали теорию, но и могли самостоятельно закрепить ее на, скажем так, практике. И как итог всего данного курса, после того, как мы изучим основы HTML, основы CSS, мы с вами сверстаем в практической части уже данного курса вот такой небольшой макетик html да ну и в принципе в последующем я покажу как его можно в такой простой как бы html такой сайтик несколькостраничный сделать значит делается это все из картинки в формате psd да то есть формат для фотошопа когда мы дойдем до практической части я более подробно на этом остановлюсь но факт того что такую вот э, страничку такой в принципе да сайтик мы с вами будем в состоянии сделать после того как э, пройдем данный курс и в принципе дальше уже обозначим себе задел куда двигаться э, дальше что дальше изучать и скажем куда и как э, развиваться сайтик видите да что не очень он такой сложный не очень навороченный но он вполне себе симпатичный позволит нам закрепить все что мы узнаем Попробовать на практике многие вещи. Поверьте мне, на практике они немножко выглядят сложнее, чем в теоретической части, да, некоторые вещи, которые особенно CSS касаются. Все это посмотрим, как говорится, на практике попробуем, потрогаем и применим. Далее, значит, те, кто прям вот собирается сразу в бой, да, может заканчивать данный урок и переходить к следующему уроку. А я же пока просто поясню, да, какую роль HTML-CSS да, в принципе занимает на этапе пути разработки сайтов, что вообще такое HTML, за что он отвечает и что такое CSS, за что отвечает, соответственно, CSS. Итак, изначально сайт разрабатывается, дизайн сайта. Опять-таки, здесь тоже подробно не останавливаюсь, на самом деле там эскиз, прототип, там дизайн тоже в себя включает несколько этапов. Да? Но будем такие брать конечные точки. Допустим, вот есть у нас э, дизайн. Нарисованный в программе Photoshop. Чаще всего это все-таки Photoshop, э, да, файл формата PSD. Э, значит, раскладывается по слоям, вот так. Здесь все сделано э, по слоям. То есть, если нам что-то надо, мы можем что-то включить. Допустим, логотип, да, отключить, э, взять его, например, вырезать вот так, как картинку, небольшую, да соответственно, вставить в нашу HTML-страницу, и вот как бы это будет наше изображение нашего логотипа. То есть, ну, это опять-таки там чуть попозже мы с вами все посмотрим. Да? Значит, из фотошоповского макета, из картинки, да, грубо говоря, мы переходим к верстке. То есть, как раз-таки данную страницу мы переводим, не страницу, данную картинку мы переводим в HTML-страницу как раз-таки средствами HTML и CSS, мы получаем с вами, да, вот такую вот уже HTML страницу. Причем, что если мы возьмем, да, нажмем вот правой кнопкой мыши, посмотрим исходный код страницы, мы увидим исходный код это именно HTML-ный код. То есть HTML он складывается из так называемых тегов, да, которые вот заключены в уголок. Некоторые теги имеют закрывающиеся теги, да, некоторые закрывающихся тегов не имеют. То есть если вот, например, ну давайте посмотрим, вот тег А, ссылка, да? Это тег ссылки, вот он как бы открылся. Вот здесь вот он закрылся, да, значит, вот тег У. Ну это мы все изучим, да, вот значит он открылся, вот здесь вот он закрылся. То есть синтаксисом HTML мы посмотрим, но здесь нужно понимать, что это всего лишь как бы разметка. Мы видим, да, что здесь кода абсолютно немного. Стили CSS, они чаще всего и лучше всего, они подключаются а, из отдельного файла и описываются в отдельном файле. А, значит Такой конструкцией подключаются они к нашей HTML странице. Да? Эта строчка у нас подключает CSS-файл в стиле CSS к нашей вот HTML странице. Да? Выглядит это примерно вот так. Опять-таки все, что это обозначает, там, означает все конструкции, там, и правила синтаксиса, все мы изучим, да. Но здесь нужно понимать, что HTML это разметка, а CSS это оформление. То есть, если у нас HTML говорит, что у нас должна быть вот картинка логотипа, у нас э, должно быть меню, под меню у нас должна быть вот еще картинка, да, вот такая большая. И далее должны быть, допустим, два блока: блок основного содержимого и блок ну, сайт-бара да, правой колонки, и блок футера то есть подвал сайта. То CSS говорит как раз таки, что логотип должен быть выровнен по центру, да, что меню должно располагаться в один ряд, иметь под собой голубую такую вот да, линию. То, что там, допустим, размер шрифта, сам шрифт и цвет текста у нас должен быть вот именно такого серого цвета. За это все отвечает CSS. А HTML он только лишь располагает. Вот я сейчас... У меня есть некоторые инструменты, да, я отключу CSS. Вот так вот страница выглядит с отключенным файлом CSS, то есть без стилей на чистом HTML. То есть просто размеченная страница, да, логически, то есть один заголовок. Второй заголовок, картинка, вот как бы наше меню, логотип, все есть, да? Но когда подключается CSS, все становится красивым, оформленным, как бы, да, и э, хорошим к восприятию, и э, гармоничным, то есть все, как и задумывалось по э, дизайну. Вот, собственно, что в себя включает HTML, CSS и для чего он нужен. А далее, соответственно данная верстка, она либо там программируется на PHP, либо готовый движок, либо на какой-то самописный, свой собственный, да, чтобы можно было автоматически там страницы редактировать, добавлять, и исправлять, потому что из, допустим, вот из исходного кода страницы, правильно, не совсем удобно, то есть в в файлах html да ковыряться и делать какие-то правки, поэтому там все происходит автоматически через э, системы управления. Опять-таки там либо готовые, а наиболее популярные это WordPress, э, Joomla, Drupal там на сегодняшний день, да. Э, значит, ну либо какие-то там самописные. Ну э, по ходу курса мы познакомимся, да, с html, css, э, подробно рассмотрим его что к чему как бы, да, в нем и для чего он применяется, вы поймете еще больше, пока это была вот лишь такая примерно вводная информация, да, вот вообще, что это, что это такое и с чем это едят. Спасибо за внимание. Значит, данный урок буду заканчивать. Жду вас в следующем уроке, где мы уже будем потихонечку переходить к коду.